Мероприятие по случаю столетия белорусской милиции проходит в Беларуси. Сегодня в Минске, в Дворце Республики, состоится торжественное собрание. Участие в нем примет глава государства. Александр Лукашенко также выступит с речью на торжественном марше поздравления МВД. Мероприятие пройдет завтра на Октябрьской площади в Минске. В нем примут участие более 1200 человек и 46 единиц авто и мототехники. А сегодня в Минске правоохранители почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Сотрудники МВД возложили цветы и венки к обелиску памяти. В состав резидентов индустриального парка «Великий камень» готовится войти 20 компаний. В конце прошлого года на территории парка было завершено строительство инфраструктуры на площади 3,5 квадратных километра. Сейчас в парке зарегистрировано 8 компаний-резидентов. Среди них корпорации-гиганты Huawei и ZTE, которые начали строительство производств в 2015 году. Как ожидается, общий объем инвестиций первых 15 резидентов парка составит около 2 миллиардов долларов. Книги с Кариной из других стран привезут на масштабную выставку в Минске. Мероприятие пройдет в сентябре во время празднования 500-летия белорусского книгопечатания. Известно о существовании в мире 520 книг Франциска Скорины. Основная часть находится в России, Польше, Германии и Чехии. Национальная библиотека вместе с партнерами реализовала масштабный проект по изданию факсимильного 20-томного наследия Скорины. Печатные работы уже завершены. Сейчас специалисты трудятся над оформлением.